Так, добрый день, ребята, опять видео на русском. Смотрю, сейчас там все про этот Запорожье, по-моему, как это, Запорожская атомная электростанция, что ли, там, что-то там, чего-то, все про это. Вот, и, конечно, я хочу и свою, как говорится, лепту внести, или как, если на русском правильно, да, свою долю свою, эту, да, там Роман Савочка, вот проповедник, там что-то опять, какие-то там эти ролики пишут и на украинском, на русском там пишут и, ну, короче, многие, не только. В общем, по Ютубу посмотрите про этот Запорожское. Вот, и я там не слушаю их, только читаю эти заголовки, да, но, значит, то, что я говорю, это значит, как я это вижу и понимаю, если кто-то там говорит, что там не взорвут, и не будет, или что, чего, да, то, ребята, слушайте латыша. Латыш говорит, что все будет. Помните там в этом фильме, как там был шашлык из тебя будет. Все будет, дорогой. Поэтому будет. И атомную взорвут, и запорожскую, и игналинскую, и эту... Где там еще есть? Там тюменская, краснодарская. Ну, короче, неважно. Я сейчас не про это, извините, про мою географию, да. Но речь идет о том, что взорвут, и все будет. И все будет, ну, понимаете, да? Потому что мы живем в такое время, и сейчас уже я не сомневаюсь ни в чем, да? Потому что Библия пишет, что последние дни вот это все зло будет умножаться, и больше, и больше, и больше, и теракты, взрывы, и атомные, и макаронные, там, и любые. Вот, так что, ребята, латыш говорит этому, как говорится, латыш говорит, взрыву быть, как говорится. Ну, типа такое коротенькое мое видео. Это ответ всем тем, которые говорят, что ну нет, ну там туда-сюда. Ребята, будет. Взрыв будет. Ну, как-то так.